В Нарьян-Маре завершился чемпионат по мини-футболу среди сотрудников полиции, МЧС, Росгвардии и военных. Всего участвовало 8 команд, входящих в спортивное общество «Динамо». Команды были поделены на 2 подгруппы. В финал вышли 2 команды – Росгвардии и воинской части. Второй год подряд переходящий кубок достался гвардейцам со счетом 4-1. Обе команды достойны победителя, так что, в принципе, СКА – также сильная команда, они играют в первенстве также города. Ну вот, в принципе, матч достойный. Чемпионат по мини-футболу проходит уже в 5-й раз. Стоит отметить, что на протяжении этого времени на одном поле с силовиками за победу сражаются и воспитанники детского дома. Это же и пропаганда здорового образа жизни. И вот они 5-й год, дети, воспитанники детского дома с нами играют. И в этом только году они у нас вышли в полуфинал и играли за 3-е место. И просто они попали с командой МЧС, которая 2 года назад тоже была лидером этого чемпионата. Ну, естественно, воспитанники проиграли. Но понимаете, это то, что вот они выходят на поле уже со взрослыми дяденьками, можно сказать, да, силовиками в Ненецком автономном округе играют. Я думаю, что это большой плюс нашей организации. В марте в рамках спартакиады пройдет лыжная эстафета на дистанцию 3 километра среди членов общественной организации «Динамо».